В Иркутской области с приближением зимы о себе все чаще напоминают грипп и ОРВИ. По словам специалистов, коронавирус также становится сезонной инфекцией. В городе нефтехимиков уже зарегистрировано более 30 случаев. Однако серьезный подъем эпидемиологи ожидают лишь через 2 недели. Как отмечают сотрудники Ангарской городской больницы, на базе их учреждения уже работает отделение инфекционного стационара для пациентов с сопутствующими заболеваниями. Это пациенты с инсультом, инфарктом, получающие хронический диализ и у которых регистрируется ковид или грипп. Эти пациенты переводятся теперь в Ангарскую городскую больницу для лечения, для продолжения лечения основного заболевания и лечения гриппа или ковида. Завтра, 28 ноября, в вечернем выпуске новостей мы более подробно расскажем об эпидемиологической обстановке в Ангарске и о том, как защитить себя от вирусов. Не пропустите!